А теперь о тех, кого вопросы перевода накопительной пенсии пока интересуют мало. Герои нашего следующего сюжета, а это более 300 студентов, в ближайшее время посоревнуются в производстве медиа-контента на проекте «Медиасеть-2019». Накануне на его открытии побывал мой коллега Егор Старченко. «Медиасеть-2019» – это проект, в котором участники учатся создавать по-настоящему годный контент. Раньше это было соревнование между вузами среди контент-мейкеров Тюмени и Тюменской области. Сейчас же это соревнование личное, то есть личный зачет. Ребята борются за свой качественный контент, делают классные продукты, забирают свое портфолио и вперед в медиасеть. Медиасеть в трех словах, что это такое? Люди, диджитал. Ой! Я понимаю, что медиа – это мое будущее, это то, чем я хочу заниматься. Именно здесь, вот на этом мероприятии, в музее имени Славцова, на мероприятии, организованном Медиаполисом, я смогу вобрать в себя огромное количество знаний и навыков. Ты вообще что постригся? Да я понял, что хорошо быть лысым, это удобно. Снимай. Как бы да, и с утра меньше времени на сборы. Ребят, привет, а вы что снимаете здесь? Ловим фокус. Какой фокус? Четкий фокус. Ребят, вы в очереди на фокусы, правильно? Да. Все правильно. Понятно, круто. Рассказывайте, вы участвуете в каком направлении? SMM. Что такое SMM? Social Media Marketing. По-простому это реклама. Ну, вообще, я пришел реально познавать что-то новое для себя, получить новый экспириенс. Я пришел от медиа-объединения своего института поучаствовать и узнать что-то. Я покажу людям, как нужно заниматься правильно копирайтингом, выбором шрифтов, колористикой и как можно написать бестселлер, чтобы маленькая книжка была must-have. Уникальность. Главное, чтобы был уникальный как контент, так и написание текста. В этот раз мы решили перевести медиасеть в онлайн. Это пилот. Мы тестим, даже в громкую об этом не объявляем, но у нас уже есть 20 участников из других городов Тюменской области, которые сейчас у компьютера. Которые будут принимать участие, проходить все образовательные курсы в сети, выполнять свои домашние задания у себя дома, скидывать нам работы. Мы хотим проверить, реально ли сделать медиасеть из Тюмени на всю страну. Я организовываю съемки, я не снимаю сам, придумываю идеи, сценарии, мы уже потом с оператором работаем, поэтому я здесь просто посижу, посмотрю, что-то подучу, может узнаю, может увижу и так далее. Расскажи, что такое контент-жюри и почему ты сегодня в этом числе? Контент-жюри это определенная группа людей, которая будет отслеживать и мониторить все записи участников «Медиасеть-2019». Мой самый любимый – это чаю. Чай? Ты любишь чай? Обожаю. Хорошо, то есть себя можно подкупить? Нет.